Всем привет, бандиты! Сегодня мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». В принципе, погнали. Значит, что же, мы проходим пиратские моря, так сказать. И что же, мы получаем тут какие-то призы еще. Вот как ты видишь. Я думаю, ты заметил еще с прошлой серии. У нас, короче, русификатор слетел. Ну, это происходит таким образом, если вот приложение обновляется, растения против зомби обновились, вот такая вакханалия. Но ничего, зато мы, вот смотри, прокачиваем растения, тут всяких приколюх куча в этом обновлении, так что уж пофиг на русификатор. Окей, значит что, у нас уже левел 3 у него, ничего себе, я даже не знал. Так, окей, тут, вау, офигеть, ничего себе, какая прокачка у нас. Смотри, какая у нас прокачка. Офигеть. Сейчас, короче, зайдем. Вау, еще и здесь прокачка. Ёптыть, моптыть. Офигеть. Ну, с чего бы такая щедрая игра? Интересно, интересно. Почему это такое происходит? Интересно. Так, еще тут это. Смотри, что. Так. Шикардозно, блин, офигеть. Я тебя понял, ладно. Ладно, очень круто. Так, у нас тут какая-то штука с какими-то зомбями. Мы можем сыграть в нее, она 10 часов, так сказать, действует. Ну да ладно, значит, с Пастернаком я немножко там не успел, потому что, так сказать, времени не было, но ничего, господи. Мы, знаешь, мы сейчас чисто сюжетку проходим, так что вот. Так, окей, апгрейд. Апгрейд нашего подсолнуха. Апгрейд, ладно, пусть тебя, господи, 50... этих монет, ничего такого. Так, ну 200, конечно же, тоже апгрейд его. Орешка, так сказать. И ну и замораживалку, конечно, тоже апгрейд. Всегда пусть у него будет апгрейд. И вот тут. Ага, он будет доступен тоже в пиратской бухте. И я тебя понял, все шикардозно. Это тройной горохострел. Окей, значит, сегодня мы будем, так сказать, что же, пользовать... Новое растение, это вот такой, так сказать, шиповик, мы его знаем с первой части. Мы им пользовались очень часто, я тебе скажу, и там новый зомби, ты посмотри какой. Да, посмотри, он с бочкой стоит, и там, походу, еще зомби внутри бочки раскиданы, я тебя понял. Ладно, погнали. Погнали. Бокс чой, все дела. Так, подожди, что-то и нужно... убрать. Ну, может быть, вот так. Ладно, все, погнали. Погнали. Так, окей, зомби, которые берут нас на абордаж, они тоже тут есть. Так что, ладно, окей. Сейчас потихоньку, потихоньку. Так, давай, давай. Сейчас, короче, будем ставить тут, так сказать, подсолнухи. Смотри, они быстрее дают. Так, вот это результат налицо, ребятки. То, что вот левел 2, реально... Реально, так, ты там постой пока, зомбятина. Так, реально видно, как тут прокачивается. Так, я тебя понял, ладно, давай сюда. Даже можно подускорить битву, почему бы и нет. Тут две волны зомби, так что уж сюда. Вот смотри, можно вот этих двух огнеметов поставить, и представляешь, они на всю карту битвы будут стрелять огнем. Ты видишь, он стреляет на 3. Так, тихо-тихо. В смысле? Не-не-не, ты чё делаешь, ты чё? Вот так, нахер так. Спокойно. Не-не-не-не-не, стой, давай. Хаяк, вот так. Нифига сгрыз. Я думал, выдержит. Ладно. Так, интересно. Так, давай сюда. Так, вот тут лучше нам сразу поставить вот эту штуку. Так, вот так, организовываем все, так сказать, для нашего нахождения здесь. Так, давай, вот так, шикардозно. Так, вы там мочите всех. Так, тут вот этот, блин, с чайкой зомби пошел, хорошо. Так, окей. Так, давай-ка попробуем колючки. Так, что с колючками? Окей, так, колючки немножко изменились. Ага. Они стали более такими 3D-шными, я тебе скажу, и довольно-таки необычными. Так, спокуха.
Так, опа, там пошел новый зомби. Так, хорошо, что я там эту штучку поставил. Так. Сейчас, как он? Ага, он катит бочку. Он катит бочку. Походу, пивную, либо винную. И, походу, сейчас что? О, ну, как в первой части. Я тебя понял. В первой части мы тоже теряем, если вот, к примеру, едет зомби на тачке, там, зомбони, либо кто он там. Короче, если он такое вытворяет, то, короче, это значит, что... Блин, колючки могут пострадать. Как бы колючки, они не выдерживают, вот, к примеру, бочки. Вот видишь, что творится, окей. Я тебя понял. Это хорошая тема, в принципе. Так. Ну, как бы сказать, можно остановить этих говнючков таких, как бы сказать. Если колючек точно не будет, и вот давай сейчас ради эксперимента даже поставим. Сейчас, к примеру, куда-нибудь орех в начало. И попробуем сейчас как раз бочку туда поставить. Вот, к примеру. Ты чё, блин, он, смотри, он раздавил, но там был определенный тайминг, и я тебя понял, блин. Ой, так, давай-ка сейчас. Давай, бабах, вот так. Спокуха. Чё вы так быстро-то делаете? Так, смотри. Вот так, баба-ба-ба-ба-ба-ба-бах, давай. Шикарно. Так, давай. Так, сейчас вот и петухов надо... уничтожить все. Великолепно. Так, выигрываем, походу, карту сокровищ. Я там вижу, вот, скелетика. Окей. Ух ты, нам дали 5 этих гемов. Окей, круто. Так, я вижу, это карта. Не знаю, что, походу, зомби ее потеряли. Ну, возможно. Окей. Погнали искать сокровища. Йо-хо-хо и бутылка рома. Окей. Понятненько, погнали. Шикарно. В принципе, давай. Чё у нас тут? Зомбос! Эх, эй, ребятки. Капитан тут. Короче, я думаю, вы... будете удивлены. Вас ждут, короче, куча много зомби и так далее, окей. Ух, что он там болтал? Ну, не знаю, может быть, хотел нам так отдать. Но нет, скорее всего, тут о каком речь? Так, идет, о, Гаргантюа. Гаргантюа уже здесь, ребятки. Давай сейчас колючки ставить. И огнемета устанавливать. Окей. Так, о! Смотри, минка. Я не знаю, тратить ли нам мину или нет. В принципе, это будет немножко читерско. Как бы, ну, не совсем вот, как бы, честно. Ну, хотя, блин, там Гаргантюа, блин, такой жесткий какой-то, пиратский такой. Я думаю, го вот здесь установим. Нужно нам устанавливать все-таки, как-никак. Будем сейчас их сеять на этом поле. Наши минки. Так, тут... Главное, колючки. Окей, шикардозно. Шикарно. Так. Клёво. Вообще круто. Так, давай. Так, и чё, и больше мин нету? Или что? Странно, больше мин не дают. Так, окей, значит, погнали. Что же, давай сюда. Значит, я ускорил битву, чтобы было попроще. И вот сейчас у нас будет уже скоро первая волна зомби. Там этот говножуйкин грызет что-то. Так, давай-ка вот это придержим. Ё-моё, тихо. Сейчас может Гаргантюа поползти. Или чё там? Там нету Гаргантюа, блин. О, вот он идет. Смотри. Охренеть, чё у него там? У него в руках какая-то акула, и он... И эта акула сожрала зомби. Так, ладно, давай сюда. Мне интересно просто, вот как он будет действовать. Так, да капец. Так, давай-ка сюда, подожди. Капец, смотри, что происходит. Офигеть, он какой-то прям вообще очень интересный.
типок. Давай-ка вот так. Спокуха, смогут ли колючки завалить Гаргантюа? Давай смотреть. Так. Охренеть, что он там творит? Ну, как всегда, по классической версии, он вот так бьет. Но он, походу, он какой-то мощный. Блин, наверное, мумия Гаргантюа бы давно бы уже бы, так сказать, коньки отбросила. Но тут по... Сколько еще два? Да ты че? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, сволочи. Стоять. Капец. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы вас победим. Так, кстати, давай-ка на колючке попробуем использовать какую-нибудь суперспособность. Что там? О, шипы, 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 тихо-тихо-тихо. Так, давай-ка тяжелую артиллерию применяем. Бабах! Так, один откинулся. О, смотри, что он делает. Давай-давай, тихо-тихо-тихо-тихо, ладно. Так-так-так-так-так. Давай он сейчас на мине, пусть на мине подорвется. Давай, минка, минка, бах, и все, нету Гаргантюа, великолепно. Ну, они мощные, вот тут, ребятки, я уже увидел разницу, то, что Гаргантюа в пиратских морях мощнее, чем Гаргантюа-мумия. Это очень круто. То есть, в каждой локации там все мощнее, мощнее, тут Гаргантюа, представляешь? Это очень круто, это очень круто. Шикарно. Давай-ка сейчас пиньятку взламываем. Что у нас тут? Улучшалки. Так, отлично, левел второй. Великолепно. Вау, смотри, как он кайфует. Так, 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 так. Великолепно. Кукурузка и все. Фух, это, вот это было круто, ребятки. Так, окей. И нас уже просят открыть, так сказать... Wild West, либо же ковбойские миры, но я пока не хочу открывать ковбойский мир, мы будем все постепенно, как я уже это и говорил. В принципе, давай, что же, попробуем, я, ну, либо не знаю, давай на этом пока закончим. Сегодня у нас был Гаргантюа, еще один новый зомби с бочкой. Но вот Гаргантюа меня реально впечатлил, он просто вообще очень крутой в данном мире. Так что, вот. Давай-ка сейчас зайдем еще улучшим тут вот это растение. 1000. Офигеть. Окей, ребятки, на этом пока все. Подписывайтесь на канал для этих видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.